Единственный круглосуточный телеканал области принимает поздравления. Первому Тульскому 5 лет. И первые добрые слова в адрес коллектива от губернатора Алексея Дюмина. Сегодня он приехал посмотреть, как работают телевизионщики. Официальное вещание было запущено 4 февраля 2013 года. Тогда количество собственного контента составляло всего 1 час 45 минут. Сейчас почти 9 часов в сутки. Журналисты встретили юбилей по традиции на своем телевизионном посту. Среди них и Екатерина Старцева. По телевизионным меркам он еще молодой. Но кто смотрит на возраст? Сейчас Первый Тульский – единственный в регионе круглосуточный областной телеканал. Один из немногих в стране, который производит такой объем своего контента. Только новостей по будням здесь выходит 14 выпусков. В день рождения поздравить Первый Тульский приехал губернатор. Его встречают директор и главный редактор. Вначале краткая экскурсия. Алексею Дюмину показывают, как выглядит информационный отдел. Это та служба, которая отвечает за все новости. Для удобства в ряд вывешены предварительные монтажные листы. Это скелет выпусков. То есть еще уезжая на съемку, репортер понимает, к какой минуте он должен привести материал. Чтобы отдел работал как часы, на доске расписывают сами съемки. Вся работа телеканала и программного отдела, и новостного отдела, все на одной доске, чтобы видеть и вовремя стусовать, там где-то кого-то переставить, кого-то перекинуть. Понятно. Сидим все вместе, чтобы было удобно, иначе 24-часовой канал по-нормальному работать не может, потому что сайт забирает всю информацию, которую привозит корреспондент. Когда в феврале 2013 года Первый Тульский впервые вышел в эфир, в сутки здесь производили меньше 2 часов собственных программ, остальное покупали. Сейчас этот показатель увеличился в 6 раз. При той же численности сотрудников в будний день телеканал стал производить почти 9 часов контента. Количество не повлияло на качество. ТЭФ-регион тому подтверждение. Главную телевизионную награду страны ни одна тульская компания не могла взять в течение 15 лет. В регион ее привез именно молодой телеканал Первый Тульский, таким образом вписав себя в историю областного телевидения. Программа «Утро» и снова с приставкой «Единственная». Сейчас только Первый Тульский в регионе имеет полноценное утреннее вещание, которое выходит в прямом эфире. Во сколько вы встаете? Я встаю в 4. Мне нужно привести себя в порядок. Это такой долгий процесс. У меня будет очень интересный звонок на телефоне. Голос моей прекрасной начальницы. Это уже некий стресс и бодрость для организма. 4 утра. Серьезно, да. Конечно. Но здесь они все должны быть 6 часов, потому что всем надо выходить в прямой эфир, а им надо еще оттрактоваться. То есть в 6:30 мы сюда садимся, в 6:30 закрывается, 2,5 часа мы сидим. Я, кстати, смотрю. В первый юбилей принято подводить первые итоги. Губернатору докладывают, сайт телеканала 1tultv.ru устроил стране настоящий прорыв. По версии медиалогии, он занял 4-е место среди всех СМИ Российской Федерации по цитируемости в «Одноклассниках», оставив за собой Первый канал, Россию, ТАСС, Известия, РЕН-ТВ, НТВ и Лента.ру. А вы не анализировали, почему так это произошло? У меня слишком много подписчиков, одноклассников. У меня очень популярная страница. Мы с ними общаемся. Мы поздравляем их с днем рождения. Мы поздравляем их с Новым годом. То есть вот у нас есть вот весь тот вал. Мы пишем так: о, день рождения, пишем: здравствуйте, Мария Ивановна, поздравляем вас с днем рождения, желаем вам счастья и здоровья. Они нам задают вопросы. Мы им отвечаем, находим какие-то постановления, находим какие-то старые репортажи. Это жители? Да, то есть мы реально с ними общаемся, как справочное бюро. Обсуждение работы за столом как кульминация подведения итогов. Но здесь журналистский инстинкт берет верх. Сами сотрудники телеканала начинают задавать вопросы. Пользуясь случаем, спрашивают о личном. Как вы начинаете свой день? Может быть, вы делаете пробежку или как-то какой-то особый завтрак, может быть, есть? Да ничего особенного. Наверное, как и все обычные люди. За исключением того, что мой рабочий день начинается с просмотра. Во-первых, моя пресс-служба делает дайджест. Как в электронном виде, так и на бумаге носителя. То есть это выдержки основных, значит, интересных статей, которые касаются экономики, там, обычных пришествий, новых постановлений. В ответ вопрос от губернатора. Алексей Дюмин уточняет, на какие площадки, кроме телеканала, Первый Тульский еще распространяет программы. На ближайшие там полгода задача стоит попасть, наверное, в максимальное количество ОТТ-сетей, создать приложение под все смарт-телевизоры, чтобы каждый мог включить его, настроить на свой телевизор. Буквально, наверное, в ближайшие 2-3 недели мы пойдем в Яндекс.ТВ. Сейчас модно говорить, что я не смотрю телевизор, однако контент телевидения его все равно потребляют на разных платформах. Именно поэтому мы вышли не только традиционно в YouTube, где у нас идет 2 канала. Плюс это прямые трансляции в Фейсбуке, это прямые трансляции в Одноклассниках, это прямые трансляции в ВКонтакте. Вот у нас в Одноклассниках, только в Одноклассниках, нашу новогоднюю ночь прямую трансляцию посмотрели 50 тысяч человек единомоментно. То есть это еще без досмотров, так называемых. Но мы с вами старались сделать праздник. Старались. И мы старались. Как
как губернатор общается с чиновниками, когда из кабинета выходит СМИ? Это тот вопрос, который всегда интересует журналистов. Сейчас они задают его на встрече. Губернатор делает небольшую паузу, а дальше строгий ответ строгого руководителя. Конечно, иногда эмоции захлестывают, особенно когда даешь поручение, оно не выполняется вовремя. Конечно, можно и оскорбить человека, и наорать на него, но это не мой подход. Иногда эмоции переполняют, но я стараюсь себя держать в руках и, в первую очередь, не переходить на личности и, конечно, обходиться без оскорблений, унижений. Это самое последнее дело. Первые итоги и высокие награды – лишь стимул развиваться дальше. Тем более, что потенциал для роста еще есть, а желание – еще больше. Молодые и дерзкие – это сейчас они сидят за столом, выпрямив спины и чуть смущаясь. Когда в их руки попадает микрофон, а напротив становится камера, именно они выходят в прямые эфиры на самых крупных пожарах и авариях. И там они уже забывают о смущении, потому что у журналиста ее быть не может. Закончится общение, они выйдут из-за стола, сделают памятное фото и разъедутся на съемки. Потому что юбилей юбилеем, но круглосуточное вещание даже в праздник никто не отменял. Екатерина Старцева, Елена Кирьянова, Руслан Кравченко, Андрей Сенчугов, Первый Тульский. И сегодня же губернатор дал эксклюзивное интервью в студии телеканала «Первый Тульский». Здравствуйте, Алексей Геннадьевич. Здравствуйте. Телеканал «Первый Тульский» в этом году исполняется 5 лет. В феврале и у вас тоже значимая дата. Это 2 года, когда вы на посту губернатора Тульской области. Мы гордимся тем, что привезли в Тульскую область ТЭФИ. Вот, может быть, чем для вас эти 2 года запомнились? Самое важное для вас то, что произошло в эти 2 года? Ну, в первую очередь, я вас поздравляю. 5-летием. Спасибо. Вы старше меня на 3 года, поэтому мне есть к чему стремиться, есть к чему добиваться. Тем более та заслуга, которую вы вложили в Тульскую область, это ТЭФИ-регион, это значимый вклад, это говорит о достижениях, о ваших качествах, профессиональных качествах, всего вашего коллектива. Я вас с этим поздравляю. Чем я горжусь? Горжусь Первым Тульским, горжусь ТЭФИ-регионом, горжусь тем, что мы плавно, не шарахаясь вправо-влево, мы идем по намеченному курсу, по намеченному плану и достойно продвигаем Тульскую область по различным направлениям, в том числе экономическим, социальным, другим сферам. И результаты уже видны. Это не просто слова, это цифры, это факты, это те вещи, которые мы реализуем. Хочу сказать, что, конечно же, и гордость особой экономической зоны, которая успешно развивается. За 1.5 года я об этом говорил на большой пресс-конференции. Сейчас еще раз повторюсь. За 1.5 года это 8 резидентов, которые начали уже активную свою деятельность и строят свои площадки. Один завод мы уже запустили. На 2018 год количество их увеличится до 12. И эту работу мы будем наращивать и продолжать. Значит, конечно, это наши результаты в образовательной сфере. Значит, мы открыли первый кванториум в Тульской области. Это и военная кафедра, возрождение военной кафедры. Это, конечно, мы этим гордимся, что Тульский государственный университет стал опорным вузом. Это тоже достижение наших туликов. Также я хочу сказать, что кроме этого, конечно же, Суворовское училище, конечно же, проект Тульская набережная, да и много чего еще, о чем, я думаю, мы еще неоднократно с вами поговорим и неоднократно встретимся, и у вас будет много информационных поводов для того, чтобы это освещать. Алексей Геннадьевич, вы уже затронули тему кванториума. Это очень большой проект для нашей, для Тульской области. Сейчас он располагается в бывшем Дворце пионеров. Большое количество там было разных кружков, театральные кружки. Вот их судьба какова? Куда они переехали? Что с ними сейчас? А почему было? Почему было? Я имею в виду, бывший Дворец пионеров был. Сейчас это... Значит, я хочу сказать, что все кружки по любому направлению, те, которые там работали, они там остались. Значит, когда мы принимали решение, где мы будем реализовывать вместе с ОСИ, агентством стратегических инициатив, площадку для реализации этого проекта, кванториум, мы посмотрели Дом пионеров, и я когда туда пришел, я посмотрел, первый этаж находился в ужаснейшем состоянии. Мы нашли федеральные деньги, мы нашли региональные деньги и сделали там хороший, качественный, современный ремонт. Мало того, туда добавилось еще 2 помещения, где дополнительно открылись еще 2 направления по творческой деятельности наших детей. Значит, на сегодняшний день там проходит обучение в кванториуме 700 наших детей, а сам творческий центр принимает 3400 детей.
мы не уменьшились, мы только увеличились, и все будем делать для дальнейшего продвижения данных проектов, связанных с развитием и образованием. Вы сказали, что год в Тульской области – это год новых знаний, образования. И, конечно, мы сейчас готовим определенные программы, которые уже на выходе, которые дадут импульс по всей образовательной деятельности, которые будут затрагивать не только образовательные учреждения, школы, я имею в виду, но и другие наши институты, университеты, которые располагаются на территории нашей Тульской области. Это будет определенный импульс для того, чтобы более эффективно подойти к системе образования. Алексей Геннадьевич, на прошедшей вашей большой пресс-конференции большое количество тем было затронуто, но как-то немного обошли сельское хозяйство. На ваш взгляд, вот самые большие проекты и важные для Тульской области, которые сейчас реализуются вот в этом секторе экономики? Плохо, что обошли, потому что в этом направлении нам есть чем гордиться. Сейчас сельское хозяйство в Тульской области, несмотря на определенные экономические кризисы, на те погодные условия, которые были в прошлом году, в этом году, наши сельхозники показали настоящий подвиг. Мы сделали прорыв в этом направлении. Сельское хозяйство сейчас у нас находится на подъеме. Я хочу сказать, что сейчас реализуются по различным направлениям проекты на сумму 74 миллиарда рублей. На 2018 год к ним добавится еще 11 проектов, это 23 миллиарда рублей. И в конечном пакете эта сумма выйдет на 100 миллиардов рублей в этой отрасли. Это серьезные деньги. Для нас сейчас в приоритете это развитие молочной отрасли, переработка продукции и хранилища как зерновых, так и овощных культур. Что касается крупных проектов, они все достаточно по-своему интересны, и все достаточно крупные и заслуживают внимания. Но отдельно остановлюсь на двух. Это Щекинский район. Две теплицы, площадью одна 80 гектар, вторая 100 гектар, достаточно большие объемы. И, конечно же, строительство завода по переработке рапса. Это Ефремовский завод будет в скором времени открыт. Это порядка 100 дополнительных рабочих мест. Ну и дальше будем развивать, не будем останавливаться, идем дальше. Большое спасибо, что были у нас в гостях, отвечали на наши вопросы, а сейчас к другим новостям продолжаем. Спасибо вам. Спасибо большое.